роман Булгакова «Мастер и Маргарита» некоторые называют просто литературным произведением, другие – «Евангелие сатаны», третий – «Шестым Евангелием». Михаил, а как вы считаете? Ну, вот эти все характеристики, мне кажется, не подходят к моему восприятию, потому что вот для меня, я вот как бы вот родственника Григория Григорьева, в свое время, как вот он будет сейчас говорить, меня тоже этот роман привел к Богу, в общем-то. Ну, не то, что привел, я от этого, в принципе, как-то стремился. Но особенно в те времена, когда это было, появилось, причем в рукописном варианте, я был в Лиште, учился, и нам ходил, на одну ночь давали нам этот экземпляр, мы запоем читали его, и он так нас всех как-то вот вдохновлял или будоражил. Потому что это было что-то совершенно необычное в то время. И, ну да, действительно, это прорыв в какой-то мистический мир, можно вот так сказать. Ну вот как, что, так сказать, он привел вас к Богу? Ну вот он не то что привел, я в принципе не всегда был так стремился. И он как бы меня особенно вот направил, что ли. Вот он меня заставил думать о чем-то другом, о чем-то Вышнем, о том, что, наверное, над человеком, над всей человеком, его суетой, да, есть что-то высшее. Да, и вот этот гениальный талант Булгакова, он все-таки так сумел показать вот это вот открытие в мистический мир, вот это приоткрыл, что это было очень интересно, захватывающе, все вот эти вот нюансы, сцены, которые там происходили. И поэтому вот я бы сказал, как я его могу... Я бы сказал, что это для многих людей этот роман в наше время, моего возраста, вот в те времена, когда он появился в печати, то он был очень полезным, очень, с точки зрения вот, духовности настоящей. Роман Булгакова «Мастер и Маргарита» как-то повлиял на то, что вы пришли к Богу? Я пришла и к нему лишь потому, что в прошлом году была у него. У меня совсем другое. Про Булгакова не могу ничего. Вы верующий человек? Да, верующий. Ну и как-то повлиял этот роман Булгакова на вашу веру? Я с этим романом не знакома, а с этим человеком знакома. Он на меня влияет, и не только он. Ну, конечно. Роман Булгакова «Мастер и Маргарита» как-то повлиял на ваши религиозные воззрения? Можно сказать, что да. И, прочитав еще в школьные годы роман «Мастер и Маргарита», я задумывался больше о том, что значит именно христианское мировоззрение. После этого я стал как-то ближе ассоциировать себя с этим мировоззрением, решил углубиться в это, понять, что же именно в романе говорили, что это совершенно не так, как в Библии написано, а что было, в общем-то, в той же стезе. И можно сказать, что роман не только подтолкнул меня узнать больше об этом, но и, в общем-то, сблизил меня с этим мировоззрением. А Евангелие после этого читали? Да, читал все четыре. Вот, попробуйте. Роман Булгакова «Мастер и Маргарита» как-то повлиял на ваши религиозные воззрения? Для меня в советское время это стало практически единственным произведением, где я прочитал какие-то строки из Евангелия, что-то связанное со Христом. И да, безусловно, он стал тем толчком к следующему движению, к вере, к церкви. Роман Булгакова «Мастер и Маргарита» как-то повлиял на ваши взгляды? Да, несомненно. Я думаю, что те вопросы, которые я сам себе не задавал, они были подняты Булгаковым в этой книге и показаны с той точки зрения, которую не задумываешься. Поэтому я думаю, что он открыл для меня те вопросы и те направления, и те размышления, которые в обыденности не так часто встречаешь и можешь. А можно сказать, что он привел, этот роман привел вас к Богу? Нет, я бы так не сказал. Я бы так сказал, он более
показал эту палитру веры, мира веры, намного шире, чем я мог себе представить в свое время. Роман «Мастер и Маргарита» как-то повлиял на ваши взгляды? Ох, мне еще предстоит его чтение, но фильм понравился и, в принципе... А какой фильм вам понравился? Сериал «Бортко» или последний? И «Бортко», и последний «Лапшинах» мне понравился. А какой больше? Ой, ну там разные линии, поэтому, конечно, сериал «Бортко», он более традиционный, наверное, по книге, по тексту. А... Роман «Мастер и Маргарита», можно сказать, что привел вас к Богу? Нет, не могу сказать. А как можно? Как бы вы характеризовали этот роман для себя? Это очень интересный, очень сложный роман, который нужно очень внимательно читать и очень много знать, чтобы его понять. Ну, вы, можно сказать, что вы поняли роман этот? Думаю, что нет. По крайней мере, в изложении Григория Игоревича, Григорьева, который пишет об этом романе, я не дошел до того состояния, чтобы читать некоторые вещи наизусть. Он до этого дошел, и это его привело к Богу. Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня с вами встреча с ветром радости. Ветер радости. Ветер по-гречески дух. Дух – радость, наполняющий землю. В православии это Святой Дух, третья ипостась Троицы. Определение Святого Духа. По-гречески он называется параклит. Параклит – это тот, кто бежит на крик, чтобы оказать помощь. И как определить человека, в котором живет Святой Дух? У него потребность оказывать помощь всем, кто в ней нуждается. Конечно, такой человек в наше время будет восприниматься как Иван Дурак из русских народных сказок. Но он живет так, потому что он не может жить по-другому. Это показатель наличия Святого Духа. Собственно говоря, что такое грех? Грех – это талант минус Святой Дух. Ушел Святой Дух, и все наши свойства стали грехами. Пришел Святой Дух, и все грехи стали талантом. А скажите, а вот в таком, ну не богословском понимании, Святой Дух – это что? В обычном, в обыденном человечестве. Смысл, наверное. Дух любви. Например, дух любви родителей к детям, детей к родителям, к друзьям. Эта любовь иногда достигает превосходной степени. Нет больше той любви, чем если кто положит живот за груди своя. Любовь может быть прагматической. Любовь может быть в виде эроса. 8 видов любви выделяли греки. Эрос – это влюбленность, когда тот, кого любишь, заменяет Бога. Такая любовь дает огромные силы человеку. Но есть нюансы. Любовь зла, полюбишь и козла. И когда человек влюбляется, ему невозможно сказать, что это же не тот человек. Бесполезно. Проходит время и наступает разочарование. В этом проблема эрос. Проблема людоса – это сексуальные отношения. В том, что если только они, то они превращаются в фитнес, постоянный поиск новых партнеров и приводит к полному опустошению. Как я уже говорил, людос – это... Ну, такой вопрос крайне важный, но если он единственный, то это большая беда. Есть еще такой негативный вид любви – мания. Мания. Древние греки говорили, мания – это гнев богов.
Мания – это молилась ли ты на ночь Дездемона? Это ревность, преследование. Не дай Бог никому, чтобы его полюбили маниакальной любовью. Она нередко трагически заканчивается. Бывает прагматическая любовь, рассудочная, которая тоже является положительной любовью. Но главное – это агапа, вечная любовь. Любовь Бога к человеку, любовь человека к Богу и любовь, например, любящих супругов, когда две половины становятся единым целым. Так вот, в течение нашей жизни мы переживаем разные виды любви. И они могут нас вести к агапе, а могут вести к каким-то негативным моментам. Когда в человеке живет Святой Дух, то он переполнен творческой энергией. Он всегда будет заниматься творчеством. Общение с людьми – это тоже творчество. Когда в человеке живет другой дух, энергия бездны называется хаос. Энергия хаоса наполняет душу человека. И у каждого из нас есть светлая часть души и темная часть души. И невозможно темную часть души отрезать от светлой части. Федор Михайлович Достоевский говорил: «Широка душа русского человека, и Бог, и сатана в ней вещаются. Надо душу сузить до одного Бога». Вот ветер радости – это расширение светлой части души. Вот этот жанр, личный эпос, как я обозначаю это произведение, он не совсем понятен для современного читателя. Ну и да, вот есть автобиография, нон-фикшн, есть фантазия, фикшн. Есть смешение двух жанров автобиографии и фантазии. Это автофикшн. Сейчас появляются новые жанры, новые направления. Например, сейчас очень много говорят о метамодерне. Метамодерн – это, помимо всего прочего, это некое мерцание между реальностью, между миром видимым и невидимым. Вот личный эпос включает в себя все, но факты, которые в нем происходят, они реальные, а осмысление, переживание, оно абсолютно нереальное. И задача – передать светлую энергию времени, в котором живет человек, с целью увеличения светлой части души. Пример личного эпоса. Дон Кихоту говорят: «Дон Кихот, вы безумец, вы боретесь с ветряными мельницами». А он отвечает: «Самое большое в мире безумие – видеть мир таким, каким он есть, а не таким, каким мог бы стать». Вот ветер радости позволяет увидеть ту часть мира, в котором живет человек, которого, может быть, и нет на самом деле, но он бы мог стать. И когда человек проникается энергией ветра радости, то он созидает этот мир. Вот в этом главная задача. Первая книга «Городовская приволья», она вышла в 21 году. Вот это уже третье издание. Второй книги у меня нет, потому что они все закончились. Вот счастливое детство. Воспоминания детства помогают человеку преодолевать все трудности. Но в нейрофизиологии есть такое понятие – амнезия детства. То, что с нами было до 7 лет, мы забываем на 95%. А там много светлого. Вот эта книга вскрывает амнезию детства. Человек вспоминает все самое светлое, что было в его жизни. Иногда люди говорят: у меня не было ничего счастливого в детстве. У меня было сложное детство, я не хочу его вспоминать.
Но Федор Михайлович Достоевский считал, что даже если одно светлое воспоминание в детстве, то оно может спасти человека в жизни. Что значит, почему воспоминания спасают? Вот когда мы переживаем эмоции, головной мозг выделяет разные гормоны радости. Их в головном мозге более 1500. И от этих гормонов зависят наши эмоции. И на одну клетку, которая производит гормоны стресса, 7 клеток, которые производят гормоны радости. Стресс нам необходим для того, чтобы преодолеть врожденную лень. Человек ленив по природе от рождения. Для головного мозга еда и сон оптимум физиологии. Стимул – это остроконечная палка, обитая железом, которой погонщик сзади стимулирует голову. Вот мы лежим, расслабляемся, нас отстимулировали, включился стресс, и мы добровольно с песнями бежим по дорогам жизни. А на дорогах жизни за нами постоянно гонится огромная злая собака. И нам приходится перепрыгивать через очень высокий забор. И чем больше собака, и чем выше забор, тем больше радость после того, когда мы перепрыгиваем. Вот, собственно говоря, это и есть наша жизнь. Правда, многие люди сегодня, переживая стресс, не включают двигатель радости, а продвигаются на аккумуляторной батарее, пока она не сядет. И она очень скоро истощается, и у человека наступает уныние, депрессия. То есть стресс есть, а радости нет. Кстати говоря, вы знаете, я много лет занимаюсь зависимостью. Зависимость – это когда гормоны внутренние мы принимаем извне. Алкоголь, наркотики – это синтетические аналоги гормонов радости жизни. Они всегда дают всплеск эмоций, но внутренняя выработка начинает снижаться. И зависимость – это всегда недостаточность. Мы зависим от того, когда нам чего-то не хватает. Вот когда нам не хватает внутреннего алкоголя, мы переполняемся отрицательными воспоминаниями, а алкоголь их стирает. Вот когда у человека хорошо вырабатывается алкоголь, он быстро забывает плохое. А когда алкоголя нету, то человек начинает наполняться отрицательными воспоминаниями. И тогда ему надо этот гормон вводить извне, чтобы стереть это все. Потому что душа праздника просит. Вот эти радости, когда наполняет душу, то душа самодостаточна. Вторая книга, которой нету сегодня, «Ветер радости. Что приносят нам сны?» Это военно-медицинская академия. Это, я бы сказал, своего рода легенды, сказки, тосты. Нарушитель – это не нарушитель, а крупный научный работник, который приехал к нам, но не рассчитал своих сил. Это я цитирую «Кавказскую пленницу». В общем, как мы пробиваемся через реальную жизнь после счастливого детства? И как это детство нам помогает? Дело в том, что когда мы вспоминаем то, что с нами было, физиология мозга та же, как во время этих событий. И не важно, сколько времени прошло. То есть мозг одинаково реагирует на происходящие события и на воспоминания. Поэтому, когда вам плохо, надо научиться думать о хорошем. Вот если на голову упал кирпич и остался жив, можно расстроиться, рассказать, как падал кирпич, повысится давление и будет инсульт, инфаркт. А можно потереть синяк и сказать, ну, синяк, да, ну, это биологически активная зона, которая действует омолаживающим, оздоравливающим образом. И сразу у человека будет другое настроение. То есть спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Надо учиться думать о хорошем, когда плохо. Третья книга. Это размышления о романе «Мастера Маргарита», мои собственные.
Книга эта была написана в 1978 году, но переработана в последние три года в связи с современным Булгаковедением. Собственно, это был мой путь к Богу. И я знаю, что через Булгакова в нашем поколении миллионы людей пришли к вере в Бога. И когда сегодня говорят о том, что эта книга темная, там, плохая, я не могу с этим согласиться, я показываю светлую часть романа Булгакова. Это очень сложный путь самого автора к Богу, Михаила Павловича Булгакова. Гениальный роман, самый загадочный роман 20 века. В музее Булгакова очень были сотрудники довольны этой книги, она вот как-то их вдохновила. Им очень нравится, как она издана тоже. Четвертая книга, которую я сейчас заканчиваю над ней работу, «Ветер радости. Призрак звезды Полынь». Это моя любовь. 1979-81 годы. Владивосток, подводные лодки, аварии, стрессы, взрывы, затопление водой и выход все время в позитив из этих состояний. И вот эти четыре книги, я даже не был крещеным в то время. И мне было очень интересно увидеть сегодня, как меня вел Господь к себе, когда я этого не видел и не понимал. Когда я стал сопоставлять даты значимых событий с авариями главными, столкновение с другой подводной лодкой на Пасху, затопление на глубине 120 метров, воздвижение креста, взрыв, покров Богородицы. Ну, для меня это вообще-то, честно говоря, очень даже удивительно. И все значимые события – богородичные праздники. Я, собственно, выводов никаких не делал. Но это меня порадовало. У меня такое ощущение, что я-то Бога не знал, но Он-то меня знал. Знаете, когда Юрий Гагарин прилетел, из космоса вернулся, Никита Сергеевич Хрущев сказал патриарху Алексею Первому, а говорит, а Юра-то был в космосе, Бога не видел. Он говорит, Юра-то Бога не видел, но Бог-то видел Юру и благословил его. Понимаете, Бог – это любящий отец. Бог никого не наказывает. Он никому ничего не посылает. Человек сам себя наказывает, уходя от Бога. Потому что он сам себя лишает ветра радости. То есть Святой Дух – это та часть Бога, которая живет в душе человека. Я надеюсь, эта книга выйдет в конце лета. Я надеюсь на это. Также я думаю, что в ближайшее время выйдет книга «Сказка про Аляля». Я ее тоже писал на подводной лодке. Она мне помогала выживать. Остров. На остров приходит черная туча, и очень много событий разворачивается. Сказка эта была издана в 1991 году в сокращенном варианте. Тираж 200 тысяч ушел в один месяц в то время. Но тогда была другая система книготоргов, и все было другое. Я думаю, что в ближайшее время, в этом году еще, первые три книги «Ветра радости», немножко в другом оформлении и варианте, выйдут одной книги. В издательстве «Эксмо». «Эксмо». Ну, мы ведем переговоры, как бы понимание есть. Ну, я думаю, что все так и будет, как я говорю сейчас. Также, вероятно, в издательстве «Эксмо» будет... А вы знаете, что такое «Эксмо»? Нет? Как расшифровывается? «Экспресс Москва». Красивое название.
которые вас время достают. Да, значит, тоже есть такое желание перевести в бумажный формат вот эти передачи, ну, часть передач «Точка опоры», которую я проводил много лет на телеканале «Союз». «Точка опоры». Что является «Точкой опоры»? Вы знаете, вот вообще все прекрасно идет, только мне не очень понятно, когда работать. Я понимаю, что, конечно, надо поездки, презентации, это все надо. Но когда работать? Ну, только на реке радости вся надежда, что... Вы знаете, да, что я являюсь официальным полпредом ветра радости на планете Земля? Знаете, нет? Но это шутка, на самом деле. Хотя в каждой шутке есть доля правды. А почему я являюсь таким лицом? Второго просто никого нет. Может быть, когда кто-то появится, это тогда замом стану сразу. Следующая книга, которая запланирована и как бы работа уже над ней идет, «Ветер радости. Парад планет». 1982-84 годы, я старший психоневролог Тихоокеанского флота, уже не врач подводной лодки. У меня территория небольшая была, от Владивостока до Камчатки. Большой штат, я один. И все аварии, все проблемы. И вот это вот время, когда вторжение мистицизма, экстрасенсы, оккультисты, Джона Давидашвили, Рерихи, Блаватска. Душа-то ведь она ищет дороги в мистический мир. И как бы разум человека, как сказал Софокл, вырастает сообразно тому, что встречается ему в пути. А в пути может разное повстречаться. И вот этот народ, который получает психические повреждения, попадает ко мне. Мне нужно оказывать помощь. Приходится изучать материальную часть, потому что у нас это было не совсем понятно, что это такое. Пришлось осваивать все это дело. И я думаю, что будет очень много полезного высказано именно человеком, который находился в эпицентре событий. Я пишу только то, что я знаю, то, что я пережил, и то, что для меня очень важно и значимо. Но «Парад планет» — это все-таки книга о любви. Что любовь всегда все побеждает. Следующая книга «Ветер радости», если я, конечно, буду жив к тому времени, это «Битва со змеем. Ветер радости». Это полвека на минном поле зависимости. 150 тысяч пролеченных от алкоголя, 30 тысяч от разных видов наркотиков, десятки тысяч от игровой зависимости. Но, собственно, это не учебник, это... Как выходить из них? И книга о том, что всегда есть надежда. Нету неизлечимых зависимостей. Нету безвыходных ситуаций. Там будет очень интересная часть этой книги «Поклонники святого огня». Ну и, конечно, будет следующая книга, если, опять же, я буду жить к тому времени, «Ветер радости. Туманы нашего времени». Об измененных состояниях сознания человека, о тех туманах, в которые попадает человек. Ну, собственно говоря, главное, как о них выходить. То есть моя задача – это духовное утешение, литературное утешение, медицинское утешение и все виды утешения, человеческое утешение. Потому что я думаю, что всего у нас хватает в нашей жизни, радости маловато. Вот именно этого более всего людям не хватает. Но вот кратко то, что я хотел сказать, и готов ответить на наши вопросы. Если вопросов нет, это тоже хорошо. Да, сейчас, минуточку. Да, сейчас микрофон, пожалуйста, давайте. Пожалуйста, микрофон. Да? Нет, сейчас. Первые будут последними, а последние первыми. Большое спасибо.
Большое на здоровье. Да, Григорий, за ваши книги читал первую точно, вторую начал читать. Вот скажите, пожалуйста, сейчас мы переживаем такие трудные времена, некоторые называют их последними. Скажите, пожалуйста, могут ли книги спасти мир от ядерного апокалипсиса? И какая книга может спасти мир от ядерного апокалипсиса? «Призрак звезды Полынь». Она так и называется. Мы все время переживаем апокалипсис. Мы не думаем об этом. Переходя улицу, мы можем его получить. Вот для нас будет конец. И вообще жить в состоянии конца света, личного, индивидуального, собственно, это есть жизнь. Жизнь – это есть ожидание этого. Единственное, если человек допускает и верит в то, что смерти нет, это одна история. Если он считает, что умру, закопают в землю, на могиле вырастет лопух, как Базаров говорил в «Отцах и детях», то это совершенно другая история. А поэтому я думаю, что апокалипсис – это состояние наших душ. И я думаю, что если есть в мире люди, которые любят Бога, независимо от национальности, вероисповедания, цвета кожи и всего остального, то не наступит апокалипсис. Это мы с вами. Это наши души. Вот. Поэтому, когда вот их будет мало, таких людей, тогда он и наступит. Ну а те времена, которые сейчас наступают, они действительно самые благодатные, потому что чем темнее ночь, тем ярче светят звезды, и где преизобилует грех, там преизобилует благодать. Да, понятно, мы все смотрим на храмовую гору, на храм, на мечеть Амара, вот, на мечеть Аль-Акса, которые стоят на храмовой горе. Вот. Ну, посмотрим, как это все будет. Я уточню вопрос. Сегодня буквально прочитал, что Трамп заявил, что Третья мировая война может начаться до выборов в США, то есть сентябрь 2024 года. Скажите, пожалуйста, вот от ядерной войны, что может спасти человечество? Знаете, что я вам скажу? Вот мировая война, она идет с момента создания человека. Сатана с Богом борется, поле битвы сердца людей. Этот мир отдан нам. Ад мы сами делаем в этом мире. Рай тоже мы в нем сами делаем. Все зависит от нас. Я не думаю, что... Ну, да, может ли на Востоке начаться? Может начаться на Востоке. На Востоке. Ядерная война, в принципе. Но я думаю, она не начнется. Сильно непредсказуемые последствия. Но те, кто попытается начать ядерную войну, они должны быть уверены, что к ним ничего не прилетит назад. А такой уверенности никогда не будет. Я помню Карибский кризис. Все висело на волоске. Но 4 наших подводных лодки старых до смерти перепугали тех, кто собирался начать. Я, кстати, на этом проекте служил, 641-го. Это именно аппараты, которые были в Карибском кризисе. И пугало то, что они периодически исчезали. Они лодки дряхлые были, но их очень сложно засекать под водой. Она практически бесшумна, например, на глубинах. А томоход, когда входит в море, то его слышно на другом конце моря, под водой. А это вообще, попробуй ты ее найди. Вот, поэтому я думаю, что все-таки вот именно четвертая книга этим и заканчивается. Что все-таки у нас есть надежда. Много все-таки светлых людей в мире. А когда кто-то заявляет о какой-то дате, то помните, что сказал Христос? «Одни семь части не знают ни ангелы небесные, ни сын, а только отец». Никто не может знать это. Я думаю, так.
И я думаю, что любые вот высказывания – это больше политика, чем вот реальная какая-то угроза. Поэтому я надеюсь, что это все-таки не случится. Но, по крайней мере, ветер радости будет против этого. Пожалуйста, да. Пожалуйста, да, спрашивайте. Да. Я хотел спросить. Спасибо вам большое. Интересно, вы рассказываете. У меня вопрос такой. Вот вы говорите, радость, это же чувство. Громче. Так, радость – это чувство. Так же, как и любовь. Я согласен, что любовь – это путь к Богу. Равно как и радость. Но вы говорите, что радость – это Святой Дух. Вот с этим я не могу согласиться. На мой взгляд, Святой Дух – это здравый смысл. И вообще сам смысл. Ибо вначале было слово, ибо человек – это homo sapiens, то есть человек разумный. И человека от животного отличает то, что он умеет не только думать, но и познавать окружающий мир с помощью абстрактного мышления. Главное, самое высшее свойство которого – это абстрактный ум. Вопрос. Ну, вопросов много на самом деле. Просто я хочу сказать, что Святой Дух – это не радость, это здравый смысл, на мой взгляд. А вопрос заключается в том, вы в своей третьей книге сказали, что вас Булгаков привел к Богу. Но Булгаков в своей книге «Мастер и Маргарита», там же есть существенное расхождение от православного понимания Иисуса и его миссии. Если по Евангелию Иисус – это Сын Бога, я прошу, не мешай, то у Булгакова Иисус – это просто философ, бедный, несчастный философ. Вот. Скажите, как мог Булгаков вас привести к православному пониманию Бога? Спасибо большое, да, я все понял. Спасибо большое. Ну, во-первых, все, что вы сказали о радости, я с этим полностью согласен. То, что вы говорили про гомо сапиенса, я тоже согласен, только способность познания животного мира и обучения бывает и повыше, чем у человека. Вам это скажет любой орнитолог, который занимается птицами, и любой дрессировщик, который занимается животным миром. Животные очень быстро обучаются. И они способны, ну как бы, получать тоже некий опыт. И изначально они тоже были созданы как бессмертные существа. Помните, когда Господь создавал мир, Он создал сначала животный мир. Что касается Булгакова, то есть святые отцы выделяли 11 видов радости. 11 видов радости при встрече человека с Богом. То есть когда человек встречается с Богом, он испытывает 11 видов радости. На арамейском языке было 11 видов радости. Вид радости номер 3 – это опьянение. Человек пьяный даже становится. У него совершенно… Да, вот ощущения у него будут психосоматические, но носитель будет духовный, который это все запускает. Поэтому я не вижу здесь противоречия. Просто кто-то считает, что вот есть физическое тело, есть психика. А кто-то считает, что есть еще и душа. А кто-то считает, что еще и дух есть. Поэтому это вопрос, ну, как бы взглядов человека. Впрочем, с моей точки зрения, когда мы умрем, мы узнаем это наверняка. И каждый человек, он вправе иметь свою точку зрения, это нормально, и мне это понятно, поэтому я не вижу здесь никакого противоречия. Нормально все. Вот. Я с вами полностью солидарен. Нет, у животных, безусловно, есть ум, но у них нет разума. А разум есть только у человека. Ну, Отсюда, именно благодаря разуму, у нас есть возможность познавать мир. Животные не могут познавать мир,
они могут решать какие-то проблемы, которые возникают перед ними. Да. Вопрос? Да. Спасибо большое, спасибо. Я отвечу все. И другие спросят еще. Дело в том, что когда собака по воде доставляет пьяного хозяина домой, еще надо подумать, у кого больше разума. Да, да. Много есть разных вариантов. Вы знаете, вот это вопрос, повторяю еще раз, голосов. Все, вообще все, что я говорю, это моя личная точка зрения. Возможно, я ошибаюсь, я же не настаиваю на этом. И если у кого-то другая точка зрения, так это хорошо. Все люди разные. Главное в этом мире каждому собой оставаться. Поэтому нормально. А любой, ну как бы, размышление, богословский спор, любой другой, он сводится к тому, о чем сказано в 12 стульях у Ильфа и Петрова. Бога нет, сказал Остап. Есть, есть, ответили Ксенофонт. Ну что это такое? Никто никогда никому ничего не докажет. Да и не надо ничего доказывать. Пожалуйста, кто еще? Пожалуйста, спросите на микрофон, пожалуйста. Да, все, хорошо. Спасибо за все. 10 минут остается. Оперативно. Вообще говоря, вольные все, ну вы понимаете, они вследствие разницы в религии. Возможно ли все-таки объединительная какая-то религия, ну скажем, ПХИ, и почему так негативно относится православие к стремлению некоторых и богословов, и священников, да, все-таки в сторону объединения какого-то. Пусть не по существу, но хотя бы по каким-то серьезным основаниям формы. И вот то же самое папа, там, при всех его минусах, он пытается собрать все религии, и были такие встречи. Почему у нашего православия такое негативное отношение к этому? Вы знаете, вот опять же, я только коснусь очень коротко этого вопроса, чтобы понимали всю сложность. Вот объединит все религии один. И, по сути дела, есть такая религия, которая, ну, может быть, она пока еще для нас не очень известна, но она все более известной становится. Сатанизм. И вот объединить сатанизм с божественными религиями невозможно. Вот вокруг этого, собственно, вся и проблема возникает. И проблема апокалипсиса и всего остального. И какие религии останутся с Богом, а какие придут к сатане, это другой вопрос. У нас нету проблем с мусульманами. Вообще никаких проблем с ними нет. Только терроризм арабский. В каждой религии есть секта. В каждой есть. Ну, у нас нету православия, это террористическая секта. У нас много было разных сект в свое время, и они появляются, разные секты. Ну почему? Конечно, они есть. Вот. Ну, в такой форме же, мощный, как в арабе. Ну, в разной форме было, конечно. В разной форме. Это вопрос, повторяю еще раз, он очень непростой. Потому что вот именно задача Антихриста – объединить все религии и остановить все войны. Но правда, надо будет принести покаяние, отречься от назарейской ереси. И все нормально, дальше нет проблем. Ну, некоторые святые говорят, что и сатана тоже покаяться когда-то и войдет в нормальную область религии. В этом смысле Бог очень хотелось бы, чтобы так и было. Очень редкие случаи, но они есть все-таки в житиях святых, когда бесы становились опять. Например, в житии Гавриила Ургибадзе есть упоминание об этом старце, ну вот, при котором превратился херувима, искушающий бес. Разве сатанизм — это религия? Он это можно же идеолог. Нет, сатанизм — это религия. Сатанизм — это не религия, это идеология. Чем отличается религия от идеологии тогда, по-вашему? Мы хотим радости. Хорошо, давайте дальше. Ветер радости, да, тема. Алёша, дайте, пожалуйста, микрофон. Отец Гавриил. Да, отец Григорий, да, ваше внимание. Вы... Сейчас отвечу сразу, да, хорошо? Вы в своем рассказе упоминаете два фундаментальных понятия. Память и любовь. Ну, о ребенке говорите примеры. Да. Для
для вас это диалектика или дилемма? Вот два больших явления, они взаимопереплетаются, они как соотносятся, память и любовь? Память — это энергия Бога, память — это вот что это? Это приложение к любви или любовь — приложение к памяти? Я понял. Для меня это жизнь. И это художественная литература. Она не научная, чтобы вы понимали. Это то, чего глазами не увидишь. Ведь любой образ художественный – это как музыка, которая передает состояние души. Память – это вечная часть души. Это вечность. Пожалуйста, еще спрашивайте образ. Сейчас я подойду. Пожалуйста. Друзья, Григорий Игоревич, член Союза писателей России, это той организации, которая стала правопреемником Союза писателей СССР, и принимали мы его в Союзе писателей СССР, великая держава. Григорий Игоревич начинал свой путь как художественный писатель, его рассказы, повести были. Там он поднялся на эту высоту, которая позволила ему сейчас, когда он приступил к этой эпопее, достичь двух качеств большой литературы. Это художественная ценность и историчность. Вот эта эпопея, которую ведет сейчас Григорий Игоревич, я думаю, одно из больших достижений нашей русской литературы. Пожелаем ему, дай Бог ему сил, здоровья, лет, чтобы он эту эпопею завершил. Спасибо. Спасибо, Александр Георгиевич. Не слышно вас все равно. Я не поняли, какое житие. Я хочу об этом прочитать, но все захотели прочитать. Четвертый, сейчас. Вот в этой книге есть. Все. Тут есть ссылка на все. В книге про мастера Маргариту в сноске есть это. Есть, да, этот момент? Вот в этой книге, да? О Георгии Ургибадзе, вот об этом когда. Есть, вот здесь в этой книге это есть. Там все вы посмотрите. Александр Георгиевич Скоков, он руководитель отделения прозы нашего Союза писателей Санкт-Петербургского отделения. Он когда-то очень вводил меня в художественную литературу, а вступление в Союз писателей для меня было важно, потому что у меня мой отец, поэт Игорь Григорьев, в прошлом году было 100 лет со дня рождения в Пушкинском доме. Праздновали, вручали премию имени Игоря Григорьева. Он создавал в свое время Союз писателей Псковской области. То есть у меня вот эта литературная среда, из которой я происхожу, она была очень... Мать у меня филолог, выпускница Ленинградского университета, ученица Федора Абрамова. Ну, то есть я, в общем-то, выходил из литературной среды, меня всегда к этому готовили, но пришлось пройти некий круг, чтобы к этому вернуться. Поэтому очень рад я приветствовать Александра Георгиевича, и как бы очень ему благодарен. Спасибо. Спасибо. Еще какие-то вопросы? Да, пожалуйста. Сергей Григорьевич, что вам больше понравилось в Байкале? Байкал – это вселенная целая, это планетарное явление. Я не говорю о запасах воды. Вы знаете, вот то, что там испытываешь, день на Байкале, это год отдыха в другом месте. Но когда я забрался на сопку и забрался в этот телескоп солнечный, вакуумный, он не такой большой, высоты с 15-этажный дом. И все это в скалах вообще, ну это, понимаете, как вам сказать, это неописуемая мощь, абсолютно неисчерпанная, неизученная. Это то, что, я думаю, позволит человечеству выжить и пройти любые испытания.
Ну и Иркутск — это тоже город удивительный. Удивительный. Меня поразил Иркутск. Слушайте, там нормальные люди живут. Такая редкость стала для меня. Я не переставал удивляться. Вот все нормальные вообще. Доброжелательные. Еще и книжки читают. Не надо им советовать. Вообще ничего не надо. И знаете, как они ведь радости все чувствуют? Я тоже этого не ожидал. В общем, это тоже Байкал, это не передать словами. Мне для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо, чтобы время еще прошло. Я только прилетел с него, и у меня еще все пока вот... только вот восторг, который еще он должен успокоиться, все, и прийти в форму. Пожалуйста, следующий вопрос еще. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Как вы относитесь к учению Вернадского о ноосфере и гармонизации информационного поля вообще? И как это соотносится к тому, что в Писании сказано, значит, что объединение всех религий приводит к определенному результату? А тут, казалось бы, у нас раздроблено на какие-то фрагменты, клипы. Сейчас вообще все информационное поле. Спасибо. Ну, я уже сказал, что, собственно, богоизбранность еврейского народа была в том, что пророк Моисей в своих заповедях показал, что Бог один для всего мира, независимо от взглядов людей. Потому что Бога все по-разному понимали, а в заповеди Моисея, в заповеди Божьей, Бог один для всего мира. В этом смысле вот так оно и есть. А все остальное — это человеческая немощь. Но сила Божья в немощи совершается. К Вернадскому лично очень хорошее отношение, нормальное. Это великие люди были. Они были другого образования, другого мышления, другого кругозора. И они проникали в вечность. Вот поэтому, конечно, каждый человек, он в чем-то угадывает Бога, в чем-то он может ошибиться. Вот. Мне очень сложно делать такие выводы. Знаете почему? Потому что я почти полвека в психиатрии. А основной закон психиатрии говорит: дураки с ума не сходят. Вот, чтобы ответить на это, надо быть очень умным. Я все-таки глуповат для этого. Но это, собственно, то, что позволяет выживать. Вот, как бы в нашем мире. Вот я видел очень много умных людей. Это большое горе, большая беда, когда они не встречают никого умнее себя. И, собственно, кто я такой, чтобы Вернадского оценивать? Вот. Но мне, конечно, это очень все близко, конечно. Очень близко. Я вообще ко всем хорошо отношусь. Спасибо. У нас уже все, да? Или еще мы можем? 2 минуты. Можно? 5 минут, да? 5 минут. Есть, нету? Можно. А вы давно были на родине отца? Хотите ли пробить? А я там бываю периодически вообще, очень часто. Ну, по крайней мере, раз 10 в году. А вы знаете, там же библиотека имени Игоря. Я там презентацию «Ветром радости» дважды проводил. Но хорошо, сформулируйте приглашение во Псков, я всегда приеду. Я же там много лет занимался лечением алкоголизма, и у меня там есть целая деревня трезвая. Мне потом рассказали. Например, 30 лет приходили друг за другом, и у меня есть трезвая деревня. У меня вот в первой книге об этом сказано. У меня надежда есть, что когда Господь спросит учет, я говорю: Господи, ну вот трезвая деревня есть. Вот. А рядом с ними деревня отрезвела на 2/3. А там, кто не отрезвел, там деревень уже нету вокруг. Вот что-то такое. Ну вот очень рад. Вот подойдите к Елене Александровне, вот она за камерой сидит. Это моя матушка. Но не в смысле, что мама, а в смысле жена. Ну я вот сыновья, конечно. Вообще, может, конечно, и мама, потому что на самом деле у меня мой возраст, я определяю сам, как 7 лет. Но мировосприятие у меня вот как вот в этом возрасте такое же. Ну и к тому же, вы видите, я всегда, когда общаюсь, я как поддатый. Потому что я 43 года не принимаю спиртных напитков, и поэтому у меня здесь вот все время этот алкоголь вырабатывается, и в принципе, ну как?
Мне нравится это. Вообще быть пьяным — это хорошо. Только за счет своего алкоголя, тогда нету рвоты, тошноты, головной боли и иломки нету. То есть кайф есть, а ломки нету. Поэтому искренне желаю вам, будь ветер радости приходить, будьте ходить датой. И все скажут, хочешь выпить, как я так дата, еще выпивать. Я когда в компанию прихожу, где пьют, я там самый пьяный всегда. Я говорю, ну ты не пьешь. Я говорю, ну да, я не пью, а почему? Я говорю, я больной. Он говорит, чем? Я говорю, алкоголизмом. Да ты что, говорит, а в чем проявляется? Я говорю, ты вот выпиваешь, и тебе нормально. А я когда выпиваю, дураком становлюсь. Вот стул по голове ударил человека. Я говорю, так не надо пить. Я говорю, ну я так тоже решил. А давно такое? Я говорю, да более 40 лет уже. Ну тогда не надо, тогда хорошо. Нет, ну я могу, конечно, выпить. Ну, но я вас нет, не надо, успокойтесь. Вот. Знаешь, мне еще никто ни разу не сказал, ну какой ты алкоголик, если 43 года не пьешь? Представляете, времена какие. Человек, который не пьет 43 года, всерьез воспринимается как алкоголик теми, кто пьет каждый день. Вот если бы дедам прадедам сказали 100 лет назад, ну такого точно не может быть. Да все может быть. У нас может быть все, что угодно. Поэтому в Псков приеду с удовольствием, с радостью. Еще у нас есть или нет уже все? А где можно приобрести вообще? А вы знаете, вот сейчас вы выйдете на улицу, 22А секция, центральная, Санкт-Петербургская метрополия, там вот ветер радости есть. Я буду на улице сидеть, подписывать вам. Подождите нас. Не, я дождусь точно, не сомневайтесь. И уже когда все уйдут, я подойду туда, где книги, и спрошу, все ли ушли. 22А. Лера, 22А? Что? 22А. 22А. Значит, я надеюсь, нету вопросов больше? Можно один вопрос? Да, можно, да. Как вы относитесь к Иисусовой молитве? Я очень хорошо отношусь к Иисусовой молитве. Сирийские мистики говорили о том, что молитва – это растворение в Боге. То есть, когда человек под состоянием молитвы, ни человека, ничего не остается. Он как бы, вот, как щепка, плывущая по реке божественной любви. Но в наше время мне лично и людям очень сильно помогает молитва «Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе!» Я хожу и повторяю. А мне говорят, слушайте, а как можно Бога? Вы за все благодарите? Я говорю, да. А за грех можно Бога благодарить? Я говорю, три причины, по которым Бога необходимо благодарить за грех. Какие три причины? Ну, Бог к греху не имеет никакого отношения. И грех идет к смерти. Но мы его совершили живы. Значит, Бог нас сохранил. За это благодарю Бога. Я понимаю, что это грех, потому что Бог мне это открыл. И я понимаю, что без Бога мне с ним не справиться. Я прошу, чтобы он мне помог его преодолеть. А грех, потому что не хватает Святого Духа во мне. Но когда я причащаюсь, принимаю тело кровь Христа, я не просто встречаюсь с Богом, я с ним соединяюсь. Он во мне, он в крови, в мышцах, во всем. Соединение и встреча – это разные вещи. Когда встретились, говорят, мы странно встретились и странно разойдемся. А когда соединение – это другая история. Ну вот как его сохранить в себе? Как сделать так, чтобы он не ушел? А вот пока осуждение не преодолевается, еще преподобный Серафим нам говорит, молить Бога, Господи, дай благодать мне осуждение, чтобы никого не осуждать. Вот ходить, как Иван дурак, радоваться и жить как в сумасшедшем доме. Вы смотрели мои ролики? Нет, жить как в сумасшедшем доме. Я с вами вот второй день познакомился, да. Я вас тоже. Ну, у вас еще все впереди. Вы в интернете набираете. Живите как в сумасшедшем доме. Я вашу, выскочит там много роликов. Первый ролик набрал там много просмотров. Я не знаю, сколько миллионов он набрал сразу. А потом у меня был другой цикл. Первые были по 2 минуты, а потом были по 40 секунд. Как жить в сумасшедшем доме? За это время мы уже в нем оказались. По 40 секунд. А сейчас я думаю о серии роликов 3 секунды. Первое слово «вот», второе «носитель», третье «вывод». Потому что люди уже как бы, вот мысли у них короче становятся. Это шутка была про 3 секунды. Да, пожалуйста, еще вопрос есть какой-то? Спасибо. На здоровье, я очень старался. Премию, посвященной памяти
великого нашего полководца, маршала Советского Союза.